Начинаем опера «Night». В первом сете, как помните, между сетами перерыв для того, чтобы делать свои заказы. А так, кофемашина уже включается. Начинаем опера «Night». Так, первым номером у нас уже выступал этот молодой человек. Я его тогда представлял как космический инженер. Его зовут Стас Черненков, Станислав Черненков, бас. И он споет «Mein Herr und Gott», Вагнер из оперы «Лоенгрин» и «Дон Базилио Севильский цирюльник». И замечательный Петр Аполлонов. Dalla bocca fuori scendo
l'ho schiamato da crescendo, prende forza poco poco, tutto lanciare loca loca, sembra tono la tempesta che non sente la foresta, va fischiato rotolando, e di fatto non ce l'ha, alla pinta la loca scoppia, si propaga, si la doppia, e produce l'esplosione. Colpo di cannone, con un colpo di cannone, un tremoto temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare, un tremoto temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare. Me schido calunniato, avvilito calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepor. El meschino calunniato, avvilito sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar, sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar, sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar, si va crepar. Привета, Дон Базилия и Петр Аполлонов. Вот так поют космические инженеры. Стас, как тебя туда угораздило, я не понимаю. Стас, я тебя попросил бы, если можно, выйти. Я не выгоняю тебя ни в коем случае. Просто у нас есть сегодня замечательная онлайн-ТВ.ру, которая хочет взять тебе интервью. Прям получилось. И я не просто так сел сюда, потому что следующий номер, который я хочу представить, мой замечательный друг, которым мы познакомились в 2001 году на международном конкурсе в Дании, Вячеслав Грязнов. Если я что-то скажу неправду, поправьте меня. Эксклюзивный артист Московской филармонии, эксклюзивный пианист фирмы «Ямаха», лауреат множества международных конкурсов Вячеслав Грязнов. Слава, спасибо, что ты здесь. И расскажи, пожалуйста, что ты сегодня нам исполнишь. Спасибо за представление. Мне бы хотелось сегодня сыграть несколько своих фортепианных транскрипций. Прозвучат два романса Рахманинова и итальянская полька. Для тех, кто, может быть, не знает, что такое вообще жанр фортепианной транскрипции, я бы хотел сказать несколько слов. Для меня, например, это жанр, в котором я, как исполнитель, могу пьесу, написанную, допустим, для голоса с фортепиано, творчески переосмыслить и исполнить только на рояле. Вот это для меня, например, одно из самых, наверное, важных качеств этого жанра фортепианной транскрипции. Так что романс Рахманинова выбрал сегодня, потому что опера «Найт», и, соответственно, думаю, что вокальные номера будут уместны. А итальянская полька, ну, просто чтобы немножко разбавить несколько грустный лад Сергея Васильевича Рахманинова. Я хочу сказать, что если будут желающие, есть какое-то маленькое количество эксклюзивных дисков «Славы», их можно приобрести. И добавлю, Слава просто очень скромный человек, что транскрипции, которые делает Вячеслав, они общепризнаны. И даже я читал, что после Сергея Васильевича Рахманинова наконец-то появился еще кто-то в современности, кто делает замечательные транскрипции. Это Вячеслав Грязнов.
Thank you.
Вячеслав Грізнов. Браво! Слава, пожалуйста, У нас остается только одна, академическая штука, когда вызывает на поклон. Надо говорить, Вячеслав Грязнов, это потрясающе. Слава, спасибо тебе огромное. Спасибо. Браво. Я представляю следующий номер. Солистка театра Станиславского и Немировича Данченко Наталья Мурадымова. И Наталья споет арию Леоноры из оперы «Трубадур» Верди. И Петр Аполлонов. Скажу, что очень многие сегодня выступлений идет джем-сейшн полностью. Незнакомые ни с пианистом, ни артисты, никто. Опера джем весь день, всю ночь. Ноты забыли, да? Потому что обычно ноты должен пианист выносить. Но поскольку это опера джем, то вокалист приходит со своими нотами. Друзья, по-моему, Вячеслав замечательно сыграл. Вы согласны со мной? Да. Мы будем его еще раз ждать здесь. Громче скажите, чтобы мы его ожидали. Спасибо.
было. Браво! Да, сегодня вечер задали. Браво! Друзья, я хотел еще напомнить, по вашим аплодисментам я понял, все уже. Слав, напомни, пожалуйста, когда у тебя концерт в октябре, если не ошибаюсь? 13 октября, Малый зал консерватории, правильно? Большой зал Гнесинки, между прочим. Вячеслав Грязнов, 13 октября, Большой зал Гнесинки. Можете послушать. Друзья, я объявляю, хорошо будет не хуже, гарантирую. Я представляю, и очень приятно эту фразу говорить, потому что фраза по многочисленным просьбам, это всего лишь 5-й Opera Night и уже многочисленные просьбы. Кто был предыдущий, позапрошлый раз, 2-й Opera Night, наверняка помнит замечательный дуэт, Александр Бартлянский и Надежда Котнова. Пьесу, которую мы сыграем в самом начале, но она имеет более чем непосредственное отношение к слову «опера». А вот по поводу эпохи и композитора, мне бы хотелось, чтобы вы высказали свои предположения, когда мы сыграем эту пьесу. Да? Спасибо. Thank you.
Есть предположение, что это за музыкой? Хотя бы композитор. Эпоха. Иваль! Близенько. Скорель! Бакерин! А что, только итальянцев, да, знаем из барочных композиторов? Да. Кто такой умный? Приз. Поддержать скрипку. Действительно, Гендель, и это была пьеса, которая называется «Прибытие царицы Савской». И это так называемая симфония, современным оперным языком говоря, антракт или прелюдия к третьему акту оперы Генделя «Соломон». Красивые слова, да, царица Савская, Соломон и так далее. Сейчас будут еще более красивые имена, потому что сейчас мы сыграем не такую энергичную пьесу, но мне бы хотелось, чтобы вы набрались терпения и послушали, потому что особенность пьесы, которая сейчас прозвучит, она тоже принадлежит перу Генделя, она написана так, что сопрано, исполняющая партию Клеопатры в опере «Юлий Цезарь», в этой арии в постоянном диалоге со скрипкой. Ну вот, видимо, не всегда было достойное сопрано, не было опера «Найт» в каких-то ситуациях. И нашелся человек, который просто сделал приложение для скрипки, которая сама с собой будет вот сейчас пытаться в диалоге. Я попробую играть разными голосами, разными тембрами. А у Нади в партии там тоже будут частично интонации этого диалога изложены. Попробуем так сделать, чтобы всем было интересно. Ария Клеопатры из оперы «Юлий Цезарь». Thank you.
Александр Бартлянский, Надежда Кофмана. Спасибо. И никто не говорил, что «Opera Night» будет легкая музыка. После такой музыки даже сложно что-то говорить. Я хочу представить следующий номер. Сегодня у нас три кота в мешке. Один оказался случайно мой очень хороший, добрый друг. Заслуженный артист России, приглашенный солист Большого театра Григорий Осипов, Петр Аполлонов, «Сцена смерти Родриго», опера «Дон Карлос», Верди. Григорий Осипов, Петр Аполлонов. Спасибо.
И я представляю следующий номер. У нас все номера особо интересные. Лауреат первой премии конкурса «Глинки». Лауреат телевизионного шоу «Большая опера» телеканал «Культура» Лариса Андреева, солистка с театра Станиславского. Лариса исполнит арию Далилы «Самсон и Далила». Самсон. Петр.
Лариса Андреева, Петр Аполлонов. Теперь понимаете, да, почему Самсон сдался? Наверное, Лариса была причиной. И я представляю очень интересный номер. Знаю, что этот человек бас. В интернете прочитал. Знаю, что его зовут Петр Новиков. Дальше я ничего не знаю. Знаю, что закончил консерваторию. Это мой страх. Доброй ночи, дорогие любители оперы. Я вот сидел и подумал, что надо что-то спеть. Я бы с удовольствием спел бы вам арию про мотоциклы, выпивку и рок-н-ролл. Но я вот что-то как-то припоминал, не помню я. Таких арий? Господи боже мой, пошел разлился виски. Я тут с утра случайно отжал у кого-то папку с нотами, вместе с кошельком и с мобильным телефоном. И я с удовольствием для вас пою лирическую. Микрофон открыт. Вот такого кота в мешке мы еще не видели. Очень интересно. В сиянии ангелов.
седою головой. Онегин я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну. Тоскливо жизнь моя текла, она явилась и зажгла, как солнце луч среди ненастья, и жизнь и молодость, да молодость и Петр Кавыков, вот такой вот мужчина. Я сейчас победил к своей шпаргалке. Убедительно. Да. Я представляю, следующий номер будет выступать Леонид Скороходов. И в заключении второго сета прозвучат, и как же так, тенор без неаполитанских песен не бывает. «О соле мио» и «Скажите девушке», насколько я помню, да? Леонид Скороходов и Петр Аполлонов. Чем все? Опера тем, они договариваются. Вот это хорошо, это я люблю. Yeah.
хотелось пожелать всем, берегите любовь, особенно тех, кто вас любит. Небольшой перерыв, и дальше будет заключиться.
знает, что ее сын по дороге встречал. Как ты сквозь тучи путь пробиваешь? Сколько бы чёрная буря не злилась, что б ни случилось, Сергея Сергеевича Прокофьева в моем исполнении. Чтоб объем был. Дмитрий Степанович. Браво. Я не шучу. Пожалуй, убегай. Я... У нас уже опера «Найт» с призами. Там уже Дмитрия в прошлый раз разрывали. Дмитрий, пожалуйста, оставьте себе на следующий «Опера Найт» для сцены тоже. Дмитрий Степанович! Я представляю следующий номер и вновь на сцену приглашаю очаровательную Лариса Андреева, Петр Личиковский, «Примирение», партия фортепиано, Петр Аполлонов. Thank you.
Спасибо, Петр Аполлонович. Потрясающе, очень красиво. Я представляю вновь и приглашаю вновь. Станислав Черненков, ария «Короля Рене», опера «Иоланта», Петр Ильич Чайковский. Партия фортепиано, Петр Аполлонович. Господь мой.
лишь надежда исцеления. Я за нее готов принесть корону, власть мои владенья. Станислав Чернецов, Петр Аполлонов. Замечательно. Александр Бартлянский, Надежда Котова. Что-то очень вкусное будет, да? Сам объявишь. Если я сейчас попробую объявить конкурс на основании этой пьесы, боюсь, что это не только моих дисков не хватит, но и дисков Димы Степановича вообще. Но поймете вы это не сразу, потому что, опять же, пьеса, как я сегодня говорил, мы взяли за принцип сегодня сыграть только то, что имеет непосредственное отношение к оперному репертуару. А она, эта пьеса, которую мы сейчас будем играть, она специально адаптирована. То есть это не просто там переложение, а вот такая специально оформленная пьеса. Но когда мотивчик зазвучит, я боюсь, что... Мотивчика не слышно будет за реакцией. Саша, я надеюсь, ты сегодня с дисками приехал? С ними. Да? У Саши есть диски, господа. Если интересно, подходите. Очень хорошие записи, я сам слушаю.
Хоть один человек узнал. Александр Варшавский, Надежда Котная. Браво, очень красиво. Господа, я хотел спросить, в принципе, 2 часа ночи. Давайте поспорим, есть ли место в Москве, где в 2 часа ночи играется классика? Нет. Точно нет. Не устали? Нет. Чисто обратная связь. То есть можем продолжать Opera Night до такого времени? Отлично. И в завершении маленький Opera Jam двух замечательных артисток, которые сегодня участвуют. Лариса Андреева и Наталья. Наталья, прости, пожалуйста, я просто с тобой сегодня познакомился. Без бумаги не помню фамилию. Прости, пожалуйста. Мурадымова. Небольшой Opera Jam. Сказки Гофмана. Дуэт. Партия фортепиано. Петр Аполлонов. Сейчас убаюкиваются. Только не засните, вам еще домой добираться. Тоску, правда? Которого числа? 4 октября. Всех приглашаю на Тоску. 4 октября, Тоска. Билеты хоть есть? Лариса, а какие у тебя ближайшие спектакли? Ну, я в Москве еще не начала свой сезон. Вот. У меня будет спектакль не в Москве, скажем так. Я думаю, вряд ли кто-то поедет. Ты скажи, здесь принято. У меня ближайший спектакль это будет
Кармен в городе Баку. Вы представляете, как это будет, да? В Баку и Кармен. Вот, а ближайший будет у меня премьера не в театре, а в БЗК. 3 декабря я буду дебютировать в опере «Сельская честь». Это моя мечта, и вот я надеюсь, что... Все, да, с Владиславом Пивко, я буду петь «Сантуц», так что, если будет желание, милости просим. 3 декабря, Большой Золотой консерваторий «Сантуц» и Петр Аполлонов. Спасибо всем, кто были сегодня с нами, выдержали этот натиск «Опера Найта». Надеюсь, вам очень понравилось. Супер. Спасибо.